Доброе утро! Я гарантирую, что такого простого рецепта за всю историю экспресс-кухни еще не было. Сегодня мы готовим паназиатский салат. Для начала нам понадобится соевая спаржа. Ее можно купить в магазине. Как правило, она засушена. Ее нужно вымочить и нарезать на кусочки. После этого готовим морковку по-корейски. Морковку нужно измельчить, залить горячим растительным маслом с уксусом, перцем и солью. Добавить туда же спаржу, перемешать и оставить на некоторое время ферментироваться. Но можно поступить проще. Можно пойти в магазин и купить готовый салат морковь со спаржей по-корейски, что я и сделал. Твердую овощно-корнеплодную часть я переложил в отдельную миску, а вот жидкую часть, это масло и уксус, мы использовать не будем, они нам не понадобятся, их можно вылить. На сцене появляется огурец. Молодец, его нужно порезать очень тонкой соломкой. Можно потереть на терке, но лучше этого не делать, потому что воды будет слишком много. Лучше ножом, не спеша, но качественно. Заправлять паназиатский салат будем соевым соусом, да-да, ничего удивительного, и кунжутными семечками. Пока мы на кухне и пока никто не видит, паназиатский салат можно перемешать вилкой. Теперь выкладываем на красивую тарелку и подаем с палочками. Вот такое очень вкусное, необычное, легкое в приготовлении блюдо можно соорудить за считанные минуты. Ведь грех тратить время на готовку, когда на улице такая замечательная погода. Ну а я напомню, что вопросы про еду вы можете задавать в соцсетях или на почту e-sobachka-channel4.ru. Пока-пока!